эта игра как пять ночей с улицы в подъезде. Здравствуйте. Мы очень рады, что вы выбрали именно эту работу. Сейчас я немного расскажу вам о ней. Позвольте представиться. Я заместитель директора, и в ближайшие дни я проведу вам небольшой инструктаж. Постарайтесь не бросать трубку, ведь я говорю вам довольно важную информацию, которая, возможно, не знаю, спасет вам жизнь, или типа того. Вы будете необычным, так сказать, охранником. Наш кот, который является символом нашей компании, по ночам довольно агрессивный. Это началось со вчерашнего дня, и прошлой ночью за шлепой следил я, так как больше это делать было некому. Я многое повидал, и за один звонок это даже не расскажешь. Мы решили быстро найти охранника, ведь вчера после того, как кот съел все пельмени, он взбесился и напал на меня. Ваша основная задача в том, чтобы шлёпа не находился в кабинете директора. Иначе, думаю, понятно, что произойдет. А также постарайтесь держать дверь, ведь этот кот привык ходить везде и наверняка захочет к вам попасть. И у вас под рукой очень дорогой планшет, подключенный к новейшей системе камер. Пользуйтесь ими. Не забывайте про ваш фонарик, который можно зарядить также в планшете. Я заметил нахождение еще одного кота в этом офисе, но очень странно то, что видно его только по камерам. В реальности его как будто и нет. И, наверное. Очень рады, что вы выбрали именно эту работу. Сейчас я немного расскажу вам о ней. Позвольте представиться. Я заместитель директора, и в ближайшие дни я проведу вам небольшой инструктаж. Постарайтесь не бросать трубку, ведь я говорю вам довольно важную информацию, которая, возможно, не знаю, спасет вам жизнь, или типа того. Вы будете необычным, так сказать, охранником. Наш кот, который является символом нашей компании, по ночам довольно агрессивный. Это началось со вчерашнего дня, и прошлой ночью за шлепой следил я, так как больше это делать было некому. Я многое повидал, и за один звонок это даже не расскажешь. Мы решили быстро найти охранника, ведь вчера после того, как кот съел все пельмени, он взбесился и напал на меня. Ваша основная задача в том, чтобы шлепа не находился в кабинете директора. Иначе, думаю, понятно, что произойдет. А также постарайтесь держать дверь, ведь этот кот привык ходить везде и наверняка захочет к вам попасть.
Как это выиграть? Как там выиграть? Скажите, пожалуйста. Инструкции. Шлюпа идет в О камеру. Да, ничего не понял еще. Ни один шлёпа не пострадал. Уволить, конечно же. Чё? А я просто выберу. Да, ну. Ладно, еще раз попробую. Да чё вам надо? Здравствуйте. Мы очень рады, что вы выбрали именно эту работу. Нет. Сейчас я немного расскажу вам о ней. Позвольте представиться. Я заместитель директора, и в ближайшие дни я проведу вам небольшой инструктаж. Постарайтесь с ним разобраться. Я говорю вам